Всем привет, смотрите, у нас появился уже дед в Roblox Granny Chapter 2. У нас вышло какое-то мега обновление. Давайте смотреть с инвентаря. Что у нас тут есть, в принципе. Ну-ка, если я маску одену. А, то есть она сразу же примеряется на бабки. Смотрите-ка, это все купленные мной вещи, что ли? Я реально эти вещи приобретал. Вы помните, я же вот с такой бабкой играл. Golden Dress. Так, золотое платье у нас будет. Смотрите-ка. Ну-ка, голубое. Ну, не очень красивое. Маску, конечно же, снимаем. Ну-ка, голубые глаза. Вау. Голубые глаза и коса. Деда, интересно, можно одевать или нет? Шоп. Так, это уже за робаксы. Всевозможные приколюхи. Апгрейд. Так, ну я уже, скорее всего, все апгрейдил, что мог. Давайте-ка отправимся уже в игру. Смотрите, у нас версия 2.0.1. Сейчас заодно и посмотрим, что там поменялось в игре. Стартуем. Вдруг добавили новую карту. Вау, уже оформленница интересная. А что здесь за выбор-то? Допустим, я за эту. Давайте за деда. Бот, это будет дед? А плеер бабка? Смотрите, нет. Все равно выбирали бабку. Так, есть дробовик, что ли? Так, на что приседать? На си. Дурацкая кнопка, если честно. Я бы сделал на Ctrl. Зачем на си-то? Если люди играют с компа. Давайте пробовать проходить игру. Ха, и по моему методу решетку аккуратненько откидываем. Да откидывайся ты. Так. О, смотрите, куда вылез. Да решетка, улетай куда-нибудь. Ну-ка, может быть, спиной можно толкать. То есть я могу находиться вот здесь и не погибаю. А здесь уже скелетик нарисован. Так, хорошо. Берем конденсатору. И лезем в трубу. Скорее всего, бабки там не будет. Для начала попробуем уплыть на лодке, к примеру. И реально, есть ли у нас дополнительная карта? Вода уже стала зеленой. Так, один паренек уже принес что-то для лодки. Смотрите, сразу же канистра поставилась. Интересно. Бедный, смотрите, не знает, как применить заряд от электрошокера. Мы с вами на всякий случай сматываемся пока что. Вау. Он не знает, что делать с шокерным зарядом. Давай садись уже. Я достал себе заряд от дробовика. И сейчас постараюсь его где-нибудь применить. Ой-ой-ой. Так, все, я зарядился и сматываюсь. Типа смотался. И сматываемся, бам! Бомяра просто. Шифтуем. Бабка за мной бежит. Закрываемся, конечно же. Ух ты, дробовик взяли. Ура. Бам. А зарядить можно? Это жесть. На! Мне кажется, я выстрелил. Бам. А я стрелял, все, конец всему. Она реально меня атакует. Я побежал еще за зарядом. Ладно, хоть у нее скорость не такая большая, как нужна. Смотрите, заряд кто-то забрал. Она слепа. Делать вид, что не заметила. Так. Я шифтую на удачу. Так, ну просто смотался на изи. Yes. Но дробовик, по крайней мере, я пока что оставлю при себе. Потому что наверху, скорее всего, есть заряды. И мы бабку сможем устранить. Так, ну-ка. Тест. Yes. Раз. Это какой-то ключик. Ну-ка, давайте-ка положим. Нет, дробовик надо спрятать конкретно. Бам. Спрятал. Это сейф кей. Подождите, это же security key. Это сейфовый ключ. Вау. Понятно. На, скинул. Сейчас протестируем на бабке дробовик. Давай шотган. Бам. Yes. Устраняется. Смотрите, бабка прям сникла там. Где еще, интересно, есть заряды от дробовика? Нету ничего. Так, а перелезать можно? Нет, всему конец опять. Ух ты, с каким-то ключом бежит. Ничего нету тоже.
По крайней мере, бабку уже можно устранять, это класс. Смотрите, упало сейчас сжигание, да, похоже? Ой, а мы бабку-то что, не боимся теперь? Свеча зажигания упала. Надо резко ее применять. Бабка там выйти не может. Кстати, я могу применить сейф кей, пока она там тупит. Ура, ура, ура. Шифтуем слегка, но не на полную. Бам. Hand wheel, yes. Так, шифтуем. Все, не поймала, по крайней мере. Она даже не умеет ставить капканы. Это странно очень. Давайте проверим, что у нас там готово по лодке. Потому что парни-то собирают. Смотрите, он бегает с зарядом от электрошокера. Вообще нубы. Ключик стоит. Свеча зажигания осталась. А, и руль еще. Понятно. Побежали за свечой зажигания. А, кстати, еще пэдлоки не находили. Бабка одного грохнула. Вот это да. Кто же этот человек? Смотрите, решетку... Смотрите, решетку куда допинали. Так, свеча была вот здесь. Она же выпала. А, вот она. Вау. Вы поняли прикол? Свеча просто выпала в раковину. Ёкарный бой. Шифтуем. Единственный способ был смотаться. Закрыть дверь и шифтовать. Сейчас надо будет... Бам! Закрыл. Yes, я справился с этой задачей. Все, класс. Ну-ка, даже можем здесь открыть. Ничего нет. И бежим ставить свечу зажигания. Так, заряд от электрошокера. Тут закрываем. Можешь шифтануть, потому что ускорение потом накопится. Нам осталось найти пэдлок и руль. И у нас есть на это 8 минут. И это очень много. Она, скорее всего, всех замочила уже. И остался я один. Так, так, так. У нас пэдлок может быть на втором этаже. Пошлите туда далее. Потому что пэдлок может быть на втором этаже. Шокер вот где. Бам. Шифтану. Вряд ли она здесь, да? Логично ведь. Ах ты, спиной не залезает. Так, 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 так. Заряд от электрошокера здесь. Пэдлока нет, заряд зато можно взять. Так, давайте его скинем пока что в ванную. Энд написали, все. You lost, вы проиграли. А с чего? Join game. С чего я проиграл-то? Еще время даже не вышло. Скорее всего, бабка вышла из игры. Я опять играю за человека. Понятно, бежим. Бабка, скорее всего, еще стоит. Пусто. Так, вообще, где бабка? А, вон она. Она очень медленная. Давайте шифтанем пока что. И обшарим всю кухню. Уже заряды можно кидать. Два резко. Смотрите, здесь микроволновки нет. Так, сейфовый ключ был. Ура. Ох ты, кусачки есть. Бам. Которыми можно что-нибудь перекусить интересненькое. Побежали тогда к красной картине. Пока что кусанем там провода. Понятно. То есть нужно направлять не на проводки, а на предохранители. Курсор. Уай. Опасненько. Кто-то там попадается. С шотганом, смотрите, жесть. Какая. Тут нечего перекусывать. Нам нужно... У нас Носферату теперь. Так, давайте пока что сбегаем за сейфовым ключом. Вот здесь. Хендвилл, да, здесь, значит, был? Пусто.
Интересно, где бабка? Не в самом ли низу? Смотрите, смотрите. Понятно, ушел я от нее, скорее всего. Так, давай, стреляй в нее. Yes. У меня есть ламяра. Я сейчас поднимусь на третий этаж. И там мы с вами откроем ящичек. Давайте, пока бабка стоит, я доски отломаю. Если можно так. Да, можно. Ёкарный обвешен. Это же полная жесть. Так, это спускаться в самый низ, не вариант. Все, шифтуем. Бабка нам не помешает вообще. Потому что в том ящичке может быть пэдлок. Очень важный ключ игры. Я колесо-то ведь не крутанул. Я просто его поставил. Бабка мне не дала это сделать. Ничего нет. Хорошо, пока что канистру не берем. Важнее кинуть лом. Но канистру заодно захватим, потому что мы не знаем, через что мы будем проходить. Что у них происходит? Она его не бьет. Ой. Я как раз таки пойду сейчас, применю лом на самом нижнем этаже. И крутану ручное колесо. Потому что я этого не успел сделать. Давай быстрее, быстрее, быстрее. Все. Шифтанем. Лишний раз можно это сделать. Ничего нет. Ну и просто сматываемся. Так, я за газелин Кеном. Его нужно кинуть куда-нибудь поближе. Давай. В принципе, да давайте вот сюда кинем. А сам пока что пойду наверх. По крайней мере, я знаю, что бабка не здесь. Ух ты, видели? Видели баг нереальный? Если начал лезть не по центру, все, не залезешь. Да, здесь есть заряд. Ура. Так, что там за ключик? От лодки. Скидываем. Упало, все, ура. Ключ от лодки кидаем теперь в ванную. Все ниже и ниже, видите? Ах ты, здесь уже проверяли. О, пэдлок здесь, ничего себе. Странно. Интересно, насколько меня хорошо слышно. Шифтануть слегка. Подшифтываю, так скажем. Только дор-хендл остался. Вау. Security key. Yes, я достал его. Вау. Только бы бабка была не здесь. У нас 8 минут еще до прохождения игры. Просто дор-хендл найти и все. Я царь. Так, бабки вроде там нет. Ну-ка, нету. У нас есть шотган, я теперь могу добраться до Носферату. Энд, смотрите, написали. С чего? Опять you lost. Стартуем. Странная очень игра. Мы не проиграем, нам пишут, что мы проиграли. Я опять человек. Так, резко стартуем, они все еще думают. Нету. Смело применяйте shift в начале игры, потому что бабка пока стоит. И пусть у вас ускорение копится уже. Что здесь-то бывает? Ничего, что ли, нет никогда? Пусто. Понятно. Но бабка может быть здесь. Так, нету. Смотрите, пустяра полный. Пэдлок. Мега важный ключ. Его можно, кстати, применить аж для двух локаций. К двери примените, сразу же к лодке. Бабка бородатая. Просто гремучая смесь. Ух ты. Шмальнул, что ли? Закрываем, вдруг бабка здесь. Смотрите, не закрывается. Провалиха. Он хочет сыграть на фортепиано, видимо. Ходит в музыкальную школу. Я пока что пошел применять Padlock Key и открою ворота лодки. Ворота мы открыли. И закроем сейчас капкан. Газолином заправляем. И ключом еще один капкан закрываем. Бам! Понятно, ура.
Бам. Понятно. Сейф кей взят. Все, я бегу быстро сейф открывать. Возможно, там что-то важное лежит. Так, если бабка видела, что я взял, то мне тоже конец. А, ну хендвилл здесь, видимо, стандартно. Резко в низяру. Но сейчас я поставлю колесо и крутану. Раз, и крутим. Так, давайте совершенно через другое место пройдем. Тут же есть обходные пути, и это класс. На. А, это я попался. Ёкарный бабай. Я думал, это я кусачками. Смотрите, жестяра какая, я могу не успеть. Видите, капканы можно обойти. Бабка странная. Опять ивент написали. Хоть перекусить успел. Вау. Бабки просто странные. Вы представляете себе, просто выходит из игры. Вот почему мне нравится играть именно с подписчиками, потому что они знают, как играть. И они не выходят просто так на пустом месте. А, все поставил, молодец я. Пэдлок кидаем на видное место. Уже энд написали, смотрите, уже энд. Бабка поняла, что просто ни с кем не справится. Фантастика. Вот так нубы играют. Просто нубяры. Так, теперь я, бабка, буду всех наказывать. За их бездействие. За то, что играть не умеют. Постараюсь поймать всех. Может даже, в принципе, на этом видео закончить, потому что, видите, нубы играть не дают. Так, поставим вот здесь капкан. Ес, будет жарко. Шифтуем. У меня золотая бабка с голубыми глазами. Класс. Просто шедевр. Так, о, молодцы. Сейчас попадется. Бам. Одного уже нет. Так, другие, наверное, внизу, да, шиваются? Смотри, капкан где поставлю. Бам. Такой поворачиваешь, сразу на него напарываешься, если внимательно не следишь за игрой. Так. Можно сюда поставить один. 8 капканов дано, ничего себе. Но никогда не ставьте капканы в каких-то странных местах. Потому что, если туда люди попадаться не будут, у вас, получается, капканы, считайте, пропали. Так, 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 можно боком заглядывать. И никого нет. Ну, коса самое длинное оружие, поэтому я решил его и применить. Так, осталось, интересно, сколько человек. Об этом нас игра не информирует, вот что плохо. Ёкарный убай. Поймать бы этих всех, смотрите, всех, всех можно поймать. Ничего себе, с чего он такой скоростной-то? Эта жесть, надо было поставить там, внизу. Представляете себе прикол? Он сейчас на трубу полезет. Давай! Есть! Попался. Все, Энн, смотрите. За минуту, наверное. Вау, 12.59. Вот это фантастика, я-то победил, честно. Все, давайте на этом видео закончим. Сегодня у нас будет без прохождения игры. Люди играть не умеют и за бабку выходят просто из игры. Всем спасибо за просмотр, оцените видео лайками. Обязательно комментируйте, подписывайтесь на канал. С вами был Топси. Всем пока.